Поехали. Поехали. Так, по какой стороне? Давай с левой начнем. Все собрал. Все собрал, кажется. О, нет! О, да! С самого начала. Что самого. С самого начала? С самого, да. Ну ладно, мне тут кайф. А я могу по нижней сократить, смотри. Как здесь быстрее это? Будет? Не знаю. Ну ты говоришь сократить. Ну, выглядит как быстрее. Ну, это не точно. Да я уже профи. Давай! Ты долетишь! Ты сможешь! Вот это гадина. А, то есть она, я думала, если ты ее коснешься. Только делает вид, что она. А шипы нельзя вот обойти. Да, да. Их каждый можно раз сначала задевать. О. Ну, это все было бы проще, если бы я не пытался все это собирать, конечно. Может, все это собирать и не надо, достаточно только с одной стороны, допустим, собрать. А зачем тебе подложка счетчик? Заполнится на 100%. Нет, не заполнится на 100. Заполнится ровно настолько, насколько ты собрал. Ой! Это было близко. Это было близко, да. Вот сейчас осторожно. Тут еще просто место такое, что не видно. Подожди, а по той стороне ты не собрал, да? Не помню. Или собрал? Не помню. Не, я имела в виду предыдущую полоску, там тоже же параллельно вторая была. Сейчас посмотрим. Ладно. Вот левая, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Не получается. Я не могу туда завернуть, подожди, ну, скорости никакой. Я думаю, это не последний раз грохнулся, поэтому... Я думаю, потом посмотрим. Вот, да, вот на эту сторону. Да вроде все собрал. Все, все, все нормально, спасибо. Вот сейчас полетели дальше. Что, наверное, сильно. Надо оттолкнуться, да. А? Да как так? Блин! Слишком хорошо прыгнул. Зато мы можем теперь эти две полоски не пытаться собирать. А, вот нам в чатике поясняют, что проценты сверху — это длительность маршрута. Ну, то есть маршрут сверху. А яблоки отдельно считаются. Процент маршрута. Ну, неизвестно, то есть сколько яблок. С монетками вот еще непонятно. Ты пока только одну монетку собрал. Снизу. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, не собрал, не собрал. Я не планировал сюда. Вниз-вниз. Это сложно. Он еще разгоняется со временем. Все больше нет. Ой-ой-ой-ой. Тормози ты! Да ладно, нормально, нормально все. Это, подожди, это я не доехал и собрал там еще? Ты где-то пропустил, значит? Да, пропустил. Это вот я понял, это писали про полоску. Внизу полоска. Вон она, вот эта вот нижняя. По-моему, там яблоко одно лежит, мне кажется. Ну, я думаю, ты не последний раз грохнулся. Ладно. Посмотрим. Посмотрим.
Ой-ой-ой. Ага. А чё это? А чё ты не прыгнул-то? Да вроде скорость нормальная была, должен был долететь. Обычно вот, вот с этих не отвлекайся, посмотри нижнюю, не забудь. С этих вот в конце красненьких обычно закидывают туда, куда надо. Все, я тут собрал. Отлично. Нормально. То есть нам тут нигде ничего не нужно больше. Вроде бы. Нет. Как? Вроде нет. Вот сейчас осторожно. Так, мы далеко, и... если будешь спотыкаться, что? Ой-о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 й. А, яблоки, яблоки. Жалко, притормозить-то как-то нельзя. Еще яблоко. Все, вот вроде. Теперь все. Это мы так долго будем проходить. А здесь как? Рывок. Сейчас разворот. Оп. Почему не положили ничего здесь? Нет! С самого начала, да почему с самого начала-то все? Могли бы на каждом островке сейвить. Кто-то там писал, что дополнение на 2.5 часа буквально. Ну это, наверное, если по маршруту пройти. Мне кажется, да, врут все. За 2.5 часа это если вообще по прямой просто ехать и не пытаться собирать эти яблоки. Но зачем их иначе сделали, если их не собирать? Что их надо собирать. Сейчас разгружок. Опа! Разгон. Супер! Где там... У нас на правую сторону сейчас надо, да. Получается. Ага. Пусто. Вот оно. Не собранное. Все, вроде как. Не тут... факт, что я все собрал. А мы тут вроде все собрали. Сейчас развернемся и проверим. Да, вроде собралось. Одно. Вот одно. Одно. Видишь, домик впереди. Там мы сможем поговорить. Главное, слушай меня, и все будет в порядке. Я тут профи. Это я тут профи. Этому городу нужен новый герой. Не пойму, могу я дальше-то? А, там наверх прыжок нужно сделать. Ну, вроде могу. Нет! Нет! Да, Саша, да. Плохо разогнался. А, да... Уф, уф. Хочу сказать, Серёж, ты отчаянный парень так прыгать. Кто с нами разговаривает? Чатик, не спойлерите. Не во всех местах просто еще можно обратно вернуться, мне кажется. Хотя всегда можно умереть. Тебя поставят обратно, но в итоге мы, скорее всего, наткнемся на такое место, где нас не поставят. Но его не подписывает, как Сережа, или там мысли Сережа. Это Саша отвечает на чатик. Ой, да. Что это Сережа на мысли всплывают, а не кто-то с нами говорит. Почему тогда голос? Ньютон-то пишут?
Я не понимаю пока. Смотрим, что за Ньютон. Так что чатик, может, и не прав? А, нет, надо отсюда. Ой, чуть-чуть не хватило. О, ничего себе тут. Опять заново. Какая там заковырка? Ну там вроде, кстати, можно обратно будет забраться, если там даже сохранят. Поэтому я сейчас попробую, наверное, долететь тогда уж. Мне кажется, разработчики просто экспериментировали в этом дополнении. Ну что? Конкретно так. Нет, ну прикольно. Давай. Жок. Ай, чуть-чуть не хватило. А мы можем вернуться? Не заходи пока просто. Ну или, может быть, потом можно. Ого. Ого. Что-то мне это напоминает. Ага. Здесь, скорее всего, будет сохранение. Вон там кто-то. Не пойдем пока туда. Или пойти. Давай хотя бы здесь соберем, что ли. Ну, у нас тут наверху и... Ой. Яблочко. Наверх. Опа! Да елки. Вот как теперь вентиль не достать, который мы не взяли? Обратно возвращаться, видимо. Осторожно. Отлично. Тормознул. Ой-о. Обратно. Ой-ой-ой-ой-ой, как же. Это... Да тут вроде все. Теперь нам как-то обратно вернуться нужно. Не допрыгнешь. Допрыгнул! Допрыгнул! О. Саша, допрыгнул! Так, пошел, страус. Пошел. Нет? Где там недособран? Вон они, я их вижу. Ага. Ой, сильно! 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 Офигеть. Саша в космос ушел. Слышали, слышали, это эти лопасти были. Звук лопастей. У Саши там второе дыхание лопастное открылось. Все! Все, отлично. Ой! Что ты делаешь? Хорошо, разогнался. Хорошо, хорошо, все, тормозим в дом. Тормозим в дом. О, золото наверху было. Ну-ка, ну-ка. По этой жопке попробуем. Нет. Сверху, что ли, вот с этой подпрыгивать? Да. Ну-ка, давай, разгоняйся. Опа! Вот она. Слушай, может быть, золото на каждой стартовой точке какой-то? Возможно. Здесь, скорее всего, сохраненка будет. Давай, как приличные люди. Ох, ты ж, прошу меня простить. Вы что за чудо-юдо, сударь или сударыня? О, полагаю, у вас есть что-то изысканное и не для этого мира? Возможен ли бартер? А, смотри, за золото сейчас что-то нам будет продавать. Это кто вообще? Кто вообще? Смотри, какие у нее змейки прикольные. Она же это у нас как? Ну, даже... на медузу Горгону не тянет. Да тянет нормально.
Ага. Швед льдинка. Слушай, для вас это есть... ипостась наши Ладно, зазнобы. Нет. А, ты думаешь? В красном платье. Леонорочка. Вы можете использовать этот облик оружия в основной игре, выбрав его в доп-контенте. Внимание, особые визуальные эффекты выстрелов работают только в мире Лимбо. Я могу взять помадку. У помадки зубья сладкие. Все решит вам неполадки. С коржами рот не разевай, ударит раз и все, прощай. Ощущаешь холодок меж своих лопаток? Если спустится курок, результат не сладок. Дамский пальчик. Пальчика даме в рот не клади, откусит по локоть, в оба гляди. Пышка. Полимерные пышки, стрельба без передышки. Карамелька. Карамелька для зубов крайне не полезна. Выбьет все до одного, быстро, безвозмездно. Смотри-ка, я могу взять... карамельку или могу взять помадку. Наверное, правильнее было бы взять карамельку сначала. Все-таки это дальний бой. Кто же знает? Вы потратите монетки. Хорошо. Вы приобретаете облик оружия для основной игры. Стоп. А, нет. А это заодно у тебя... Это для всех просто, да, скин дадут еще. Так, у тебя еще одна монетка есть. А все? А, ты не можешь. Понятно. Ну смотри, похоже же, смотри, сравнение. Красное платье. Щупалки у нее на голове. Он-то. Слышишь, вон стонет кто-то. Это музыка. Может, ты так у себя в голове Леонору видишь? Пакетик. 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 Дальше очень сложно. Что там? Антифри. Лавсан. Ладно, а что у нас еще в домике есть тут? А, пластик, может быть, написано. Ну, может быть. А, пластик. Насилию нет. А, это повтор, это щит. Нас ждет прохиндеем. Звук! Звук в телевизорах! Калорин. Да вроде тут ничего и нет. Надо на второй этаж пойти. Лавсан вид полимера? Угу. Пока это ни о чем не говорит. Еще снаружи надо побродить. Есть третий этаж. О, погоди. Это разработчик? ПВК. Да пойдем. Гликолизы всякие. Там кто-то пытался. Сахар плюс пластик. А? Воссоздать. Что-то. Оружие делали. Здрасте. Ну так кто-кто? Вот кто тебе продает оружие, тут и смешивал. Это она стала, что ли, такой? О, яблоки. Это дальше, да, ехать? Да, наверное. О, вот он. Во дворе давай осмотримся, да? Да. А я могу сделать вот так? Можешь. И не скатиться. О, круг. Так, почти. Погоди, а дырки тут ну-ка, у всех повернись-ка. Одинаковые? На крышу повернись. Ага, я поняла. Ладно. Ладно, давай бить коробки. Фу! Фу! Это что такое там? Яблоки гнилые. С языками. Едят печеньки.
Гады, это наши печеньки. Зачем тебе туалет из печенек? Ну, не знаю, чтобы было. По этим прыгать надо. Стоп, а оружие? А где мое оружие? То есть я просто скин купил и все? Я думал, я оружие покупаю все-таки. Подождите. Опа! Печка. Каравай, каравай. Кого хочешь, убирай. Все, я буду здесь лежать. Ты просто когда поверху ходил, я почему-то попросила наверх-то посмотреть. При близком рассмотрении вот эти углы как тетюлечки. Которые углы? Ну вот углы, где как бы бревнышки пересекаются, вот с углов, если подойти. Я очень хочу это исправить. Ну вообще мне тут нравится. Может, я не все понимаю, но кажется, что тут хорошо. И ты полностью освоишься в этом мире. Тогда мы найдем выход отсюда. Я надеюсь, что... В твою голову установлен модуль «Восход», помнишь? При помощи этой штукенции тебя можно было окунуть в лимбо. И она же блокировала твою память. Точно, я начинаю вспоминать про эту дрянь. Вот же да, дерьмо. Но не какие-то конкретные воспоминания обо мне. Хотя, конечно, это тоже. Она не дает тебе вспомнить, каким ты был до Болгарии. Поскольку Харитон Родионович больше не контролирует восход, ты скоро станешь самим собой. А потом ты покинешь лимбо и поможешь мне. Идет? Простите, дамочка, но с чего бы это вдруг? Вот и славно. Этим путем ты доберешься до недр своего сознания. Оттуда мы начнем карабкаться вверх к выходу. Я не всегда успеваю сообразить, что мне надо зачитывать читать. Уже, да. Все равно, в любом случае, это похоже все-таки твой голос. О, сохранение. Сохраняет вот эти вот. Угу. Но ты же вот отвечаешь этим голосом, Ньютон подписано. Да, почему Ньютон-то? Ну, пусть это будет кодовое твое имя здесь. У меня Плутоний был кодовое имя. Я не знаю. Я сейчас, здесь в лимбо. Я сейчас ржу. Чтобы никто не догадался. Понятно. Как операция. Кубик остался, говорят. Кубик остался? Где? Где кубик остался? Где кубик остался? Вот он. Вот он. Прыгать по нему нужно. На достижение их поди, да? Так какая разница, яблоки же там. Там яблоко? Ну ты же яблоки выбиваешь. А, правда. Я не заметил, что я с них яблоки получаю. Хорошо, куда мы? Тут целых три направления. Вот здесь, похоже, в круговую прокатиться можно. Смотри, и сюда вернуться. Да? Да, кто же знает. По ощущениям, да. А вот это поведет нас уже... Ух! Да ужас! Ужас, ужас. Давай-ка здесь для начала. Главное, здесь что мы сохранились. Смотри, к золоту. Сюда нельзя. Оттуда можно. А здесь? А здесь яблоки. Яблоко. Ага. Давай к золоту сначала. Стоять. А, нет, показалось. Неосторожно вышло. Ладно. А куда? Куда-нибудь! Что, я лечу? А, Саша, что-нибудь! Я не понимаю, что мне делать. Ну, куда-нибудь нужно было приземлиться. А то в итоге... Я потерялся. Высоко прыгала на батуте. Гадя Петрович. Я реально не понимаю, куда там дальше-то. Потерялась я. Я думал, я вон туда смогу. Но я не могу. Они тебе дают возможность сообразить. А ты в итоге так и не определился, куда тебе. Ну давай. Вот оно, золото. Отлично. Супер.
нашел. Можно возвращаться, судя по всему. Прям удачно на него приземлился. Все, это обратно. Ага. Тыдынс. Там дырка есть. Да. Туда надо попасть. Надо. Это не то место, с которого бы удобно попадать. Надо было оттуда же, где вентиляторы. Думаешь? Ну да. Ну хотя, тут тоже можно. Ай, ничего нет тут. А в смысле? Сидеть и плакать только тут. Неожиданно. Осторожно, лестница. Ну что, мы за золоткой сходили уже? Да. Давай, наверное, за яблоками? Да, тогда больше не надо. Понеслась! Ай, не видно ничего. Ать! Не поняла. Разворот. Ага, вот они, два. Нет. Есть. Одно. А там я все собрал? Вроде да бы. Уж. Друлю. Ладно, вроде все. Ого. Ого, ого, ого. Одно. Есть. Нет, этой касаться нельзя. Сейчас. О, приземлился. Вроде все. А, нет, одно. Что там увлекательно? Да так, это он про полеты, про необъяснимое. Короче, ему все нравится. Ладно, вроде все собрал там. В общем, Нечаев доволен. Оп, надо же. Яблоки! Все же вроде нет? Все, да. Не всегда понятно, что все собрал или нет. У них довольно маленький радиус сбора. Ага. Все идет как надо. Обратно? Вначале сам. Ага. Что он там мычит-то? Ну еще бы, Плутоний. Я забыла, с кем говорю. А, Плутоний? Подожди. Она тебя называет Плутонием. А где подписывают почему-то Ньютон? Может, он просто не мог вспомнить, что он Плутоний, поэтому называл себя Ньютон? Ой. Это она тебя выкинула? Это я об звездочку, да. Угу. Пока очень много вопросов. Залипательно. Смотри, как она перед нами. Выпендривается. Угу. Тихо. Хорошо, хоть яблоки не отбирают. Да. Да ничего не отбирают. Ну подумаешь, заново начал. Конечно, если просто по прямой ехать, то... Не сложно. Вообще не сложно, да. Меня больше всего напрягает, когда развилки начинаются в разные стороны.
Вот оно, вот оно. А, занесло! Блин! Не успел. У меня получается и с одной стороны там одно-два яблока не собрано, и с другой стороны одно-два яблока не собрано. Грусть. Да, говорит, только все эти яблоки собираются, наверное. Я на самом деле все эти надписи как-то отфильтровываю, они так как-то появляются неброско очень. О! Саша, держись, 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 лапками, лапками перебирай. Ну, Саша, подпрыгивай. Не прыгает. Ну? Сейчас. Ну? Ну? Саша застрял. Да все, все. Это сколько здоровья нужно так прыгать? Ну, мотало, да. Самое обидное, что ведь в итоге все равно пропустим пару яблок. Где-нибудь, да. Ага. Ну, я надеюсь, потом можно будет это собрать. Ну, или в процессе этим прерваться. Хотя вряд ли. Лучше с правой стороны все-таки. Ну да. Пытаться вырулить как-то. Что такое-то? Давай. Какое интересное место. Надо все-таки через верх как-то, наверное, вообще пробовать. У меня как-то в первый раз легко там получилось проскочить куда надо. Тетик. Ох уж этот тетик. Опа. Саша, в итоге не туда и не туда. Сейчас тебя выкинет. Нельзя да. Касаться. Обидно. Скорость тут как-то хитро набирается. Пока ты едешь, она набирается. И в полете очень хорошо набирается скорость. На взлете именно. Там опять кто-то стонет. Нет! Стонут там, говорят, Саша, ну сколько можно, Саша? Я не уверен, что просто по зигзагу, когда качусь, он набирает скорость. Кроме мне так не показалось. Он набирает именно в момент приземления больше, по крайней мере, по моим ощущениям. Вот, супер.
Ничего нет. Ага. Как же это люди с геймпадов-то будут играть? Не, здесь надо все-таки через верх, потому что здесь как мне вот мне спрыгнуть-то? Угу. Тут не замедлится ничего. Так стонет последняя нервная клетка. Саша, сколько можно? Ладно. Теперь обратно. Еще раз. Пропустил, по-моему. А нет, нормально. Пау!